Здравствуйте. 27 июля. Мы приехали с Людой в тот лес, в котором много белых грибов. Ну, не знаю, как нам повезет. Очень сухо. Посмотрите, что я уже взяла. Пару зонтиков, пару сыроежек. Подосиновик заблудился в траве здесь. Грибов мало, сушь. Вот сколько таких грибочков, но я их брать не буду, не знаю. Если это подорешник, будет жалко. Буду жалеть. Чего здесь изобилие, так это серо-розовых мухоморов. Вот бы сюда тех, кто их любит. Дождевики пугают. Кажется, что это... беленькие лезут из земли, издали так кажется. Это ложные дождевики. Вот. Сыроежечку еще как-то можно найти. О, еще и нечервивая. А здесь их аж три. Ну, хоть сыроежки. Костяника. Кисленькая полакомится. Это капец. Если бы вы знали, сколько здесь людей ходит. И такая большая лисичка выросла, пропустили. Даже целая поляночка. Первые лисички на сегодня. Но их много, конечно, и не будет. А здесь походить так медленно, с чувством, с толком, расстановкой, и можно что-то таки найти. Вот так вот по одной. Что-то интересное. Наверное, колибия какая-то. Вот так и собираем. Вот за такими грибочками мы сюда и приехали. Еще и очень рано. Но он только один мне попался. А ну посмотрим на его самочувствие.
Ну, так. Смотрю издали, не пойму, что это. А это сыроежка чешуйчатая. Очень хороший гриб. Хороший, но не в этом случае. Нет, нормальный. А этот грибочек, ну, тоже хороший. Маховичок тоже заблудился. Ой, какой красивенький, желтенький. Но нет, он более-менее. Вот какие заросли душицы. Конечно, надо взять орегано. Замечательное пряное растение. Люди бусом приехали, пробежались и уезжают. Ничего особого здесь нету. Только серо-розовых. Хочешь греблю готы? Вот сколько мы сегодня нашли. Люда. И у меня. Не густо.